Прадеда Михаила Одинокого призвали на фронт 18 лет. Мужчина воевал 42-го года. С фронта вернулся живым. Дома он стал настоящим героем. Он был санитаром-медиком, помогал вытаскивать раненых с поля боя и совершил два подвига, за которые был награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Михаил участвует в акции «Бессмертный полк» с 2015 года. А когда мероприятие стало проходить в онлайн-формате, перешел с центральных улиц города в интернет. Фотографию и всю информацию о прадеде загрузил на сайт. Теперь предстоит модерация. Этим занимается Александра Питерская. Я захожу на сайт, отсматриваю заявки, и какие-то заявки я пропускаю, какие-то нет. То есть в зависимости от того, если меня что-то не устраивает, я отправляю на модерацию. Есть модератор-волонтер, а есть историк. Он проверяет всю информацию о ветеране и может отказать участникам по своим причинам. Например, в прошлом году, говорит Александра, в «Бессмертный полк» присылали и фотографии фашистов. Такие заявки, естественно, блокировались. Но если год назад этим занимался волонтер, то теперь это происходит автоматически. Сайт стал лучше как для модераторов, так и для участников. Зарегистрироваться стало намного проще, потому что мы, опять же, расширили, у нас соцсети появились, и можно зарегистрироваться также через телефон. Если человек не пользуется ни почтой, ни соцсетями, он может зарегистрироваться через телефон. Это стало очень удобно. Если в регистрации откажут, то на почту придет сообщение, в котором объяснят причину. Если же все хорошо, то в письме сообщат, когда и во сколько можно будет увидеть своего члена семьи в онлайн-шествии. В 2020 году акция «Бессмертный полк» продолжалась 20 дней. В этом только 9 мая. Для меня это символ памяти, что наши герои, которые воевали за наше мирное небо, они их всегда будут помнить. Можно сказать, это парад победителей. В этом году эпидемиологические ограничения сыграли свою роль. Участники акции надеются на то, что уже в следующем они плечом к плечу смогут пройти по центральным улицам города с фотографиями и историями своих победителей.